Узбекские свадьбы – это масштабное мероприятие, где принимают участие порядка 300, а то и больше человек. Однако теперь введены ограничения по количеству приглашенных гостей, кортежей и времени проведения. А за несоблюдение грозит административная ответственность. Так, для граждан штраф составляет 10 базовых расчетных величин, а для владельцев свадебных залов и ресторанов – 30. С начала года вступил в силу порядок проведения свадеб и других семейных мероприятий и обрядов. Согласно ему, все посиделки за исключением похорон должны проводиться только один день с 6 утра до 11 ночи. В свадьбах могут принимать участие до 200 человек, а на плове – до 250. Также не разрешается сопровождение из более чем 3 машин. При участии в семейном мероприятии 50 и более человек между руководителем заведения и организатором должен заключаться договор. Документ запрещает проявление излишества и расточительства в ходе посиделки. Что касается ответственности, то за несоблюдение владельца свадебных залов, кафе и ресторанов порядка проведения семейных мероприятий последует штраф 30 базовых расчетных величин. А повторное такое правонарушение в течение года уже в 50. Для организатора сумма составляет 10 БРВ. Напомним, что закон вступит в силу через 3 месяца.